Пане Романе, давайте трошки поговоримо по фронту, а потім про союзників і що вони нам обіцяють. Бахмутський напрямок, повідомляє і Ганна Маляр також, і Генштаб Збройних сил України, що в нас далі є на півночі від Бахмуту і на півдні від населеного пункту, ну, верніше те, що від нього залишилося, є просування. І вже говорить про наступне, пане Роман, що росіяни, окупанти не зможуть втримати свої позиції в зруйнованому Бахмуті, і їм доведеться все-таки відходити, ну, на першому етапі точно відходити з міста за річку Бахмутка. Ось вона є. Движение само по себе наших войск и по югу, ну, по югу оно может быть не так, не так предметно именно к потом уходу россиян. Движение по югу в основном идет в сторону Горловки. Вот посмотрите, вот на карте хорошо это видно. В сторону Горловки, это на Курдюмовку и дальше вдоль водовода и трассы, которые вместе с водоводом идет Славянск-Донецк. А вот такого рода движение, оно открывает одно из направлений, по крайней мере, при принятии решения главного удара или второстепенных ударов, вот это направление точно будет взято во внимание. То есть само по себе и движение, особенно если посмотреть по высотам, вот это как раз гряда, которая идет с Часовьяра на Курдюмовку и на Горловку. Мы сейчас как раз идем по ее верху, то есть по высотам. Да, вот эта гряда, она на карте высот хорошо видна. И вот мы по самому верху ее проходим, и это хорошая дорога на Горловку и заход в Горловку. Очень сложно им организовать там линию обороны. Они ее, кстати, и так толком и не отрыли, пытаясь удержать наше движение, вот такого рода движение, удержать фланговыми ударами из Бахмута. То есть сам по себе Бахмут и бахмутский гарнизон российский, он удерживает пока нас, удерживает от такого глубокого прорыва. Потому и мы занимаемся срезанием этого бахмутско-солидарского выступа. Вот как только мы его срежем, а его вот как раз срезать можно уже движением на Берховку, вот то, что мы сейчас делаем, на Берховку контроль уже трассы с Дебальцева на Славянск подрежет поставку военной амуниции той группировки, которая находится вот севернее, выше этой линии, которую вот вы сейчас нарисовали. Им придется уходить просто с этого направления. Но это же как раз то направление на Солидар. А с обратной стороны, правильно, с Белогоровки. Вот с Белогоровки навстречу нашим войскам в Берховке. Также сейчас, кстати, есть движение. Движение довольно-таки успешное, пусть там не километры, но сотни метров уже начинает формироваться определенные бронегруппы и начинают там также двигаться вдоль этой трассы. Это трасса с Бахмута на Сиверск. Она там идет, подрезает с Бахмута на Сиверск. И трассы, и железная дорога, и сама Бахмутка, река Бахмутка как раз идет вот по этому направлению. Потому как раз потому движение наших войск навстречу под Бахмут срежет вот этот выступ и даст возможность потом уже начинать двигаться в сторону Горловки из под Клещеевки, Курдюмовки и дальше движение в сторону Горловки. По півдню у нас є інформація, пане Романе, дивимося. Велика Новосілка. На карті Deep State, карта оновлена сьогодні вночі. Наразі населений пункт Старомайорський є під червоним кольором. Срізання цього виступу, чуть якщо южніше провести, ну, там ми зараз верхушку його срізаємо, а реально його треба срізати по основанню, тобто між Угледаром і Гуляйполем. Вот это примерно Гуляйполе чуть выше. Между Угледаром и Гуляйполем вот этот Времевский выступ, он будет срезан фланговыми ударами, очень грамотно построена атака, и сейчас идет движение наших войск. Для чего он срезается? По той же самой причине, почему срезаем и Бахмутский, Бахмутско-Солидарский выступ. Эти выступы мешают нашим войскам в дальнейшем начинать движение на в сторону Азовского побережья. Вот здесь и с Угледара на Мариуполь, и с Гуляйполя на Бердянск. Пока этот выступ не срезать, он будет нависать над нашими флангами. Будет очень, довольно-таки проблематично и опасно
прорывы планировать или вообще брать и прорываться. Потому срезание его, скорость его работы над ним где-то, ну, еще недели, может, две. Отработаем, и дальше уже будет приниматься решение по основному дополнительным направлениям прорыва. Та же самая картина, как и в районе Бахмута, или по всем сразу. Не удивлюсь, если по всем направлениям прорыва будет принято решение и начинать движение на вскрытие российских укрепрайонов. Они там уже будут находиться недалеко, по крайней мере, до выполнения нашими войсками этих движений.